Всем привет, друзья! С вами я, Светлана Та, и в этом видео мы приготовим рецепт десерта, тортика из правильного питания, без жира, без сгущенки, без сахара. А главными ингредиентами являются бананы, овсяные хлопья, какао и корица. Всего три продукта, три ингредиента, и мы посмотрим, что из этого получится. Поэтому смотрите дальше, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Приступаем. Нужно очистить от кожуры 3 банана и мелко порезать. Сложить все в блендер. Затем лучше положить какао, добавить, ну а потом только овсяные хлопья. Так как я сделала наоборот, поэтому мне было очень сложно все перемешать, и я намучалась. Поэтому еще раз повторяю, сначала смешайте в блендере бананы с какао, а только потом постепенно добавляйте овсяные хлопья. Когда все перемешали хорошо, разделите полученную массу на две половинки, то есть на две части. На тарелку выложите сначала нижний слой, второй слой банан. Нарежьте один банан тонкими ломтиками и сверху накройте третьим слоем, второй частью теста. Ну а сейчас мы приготовим с вами крем. 1 столовая ложка какао и 1 банан, друзья мои. Сейчас мы все это измельчим в блендере. Такая красота у меня получилась. Сейчас я на ночь поставлю его в холодильник и утром буду пробовать вместе с вами. Вот, друзья мои, тортик всю ночь постоял в холодильнике. Вместе с вами разрежем. Посмотрим, что из этого получилось. Без выпечки торт. Посмотрите, какой красивый. Ну, а также кофе по-турецки. И попробуем на вкус. Очень вкусно. Рекомендую его приготовить.